Всем привет! Кораблик Тигр 2 с GPS-автопилотом и эхолотом Deeper Cirque Plus. Вот как он работает. То есть вот у меня справа он показывает глубину 3 метра, рыбу, дно. И слева рисует карту водоема. То есть вот у меня кораблик плывет. И вот сейчас вот, допустим, поплывем ближе к берегу, к сиже. Я сейчас на сиже нахожусь. То есть видите, пошло уменьшение глубины, здесь 2 метра, вот так оно и есть, показывает рыбку, глубину залегания рыбы. Сейчас попробуем чуть дальше, там будет около 3 метров глубины. Вот видите, идет увеличение глубины, 3 метра, показывает какую-то рыбку нам. И размер рыбы также отображается, и на какой глубине рыба залегает. Вот, то есть, как вы видите, картинка эхолота классная, красиво. Качайте приложение, и вам все будет показывать. И с левой стороны у меня вот рисует карту. Очень много функционала, здесь можно запоминать точки на карте, сохранять их, обозначать, то есть в совокупности с GPS-ом. Очень интересная вещь. Про Deeper можно записать видео более, конечно, длинное, разбор этого эхолота Deeper Cirque Plus 2. Вот. Потому что здесь я еще даже сам до конца не разобрался. Но качество очень хорошо.